Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. Давайте-ка сегодня поиграем драфт. Пример драфт по новой Фирексии. Так. Забашляем чуть-чуть голды. Очень. Я люблю драфты, но я не очень умею их играть. Хотя по новой Фирексии уже немножечко поиграл и хотя бы понимаю, что к чему. Какие колоды и пики рабочие, какие нерабочие. Уже немножечко поднатаскался. Но вы, друзья, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. А также помните обязательно, что у меня есть телеграм-канал, в котором я вас жду. Итак, это фигня. Самый играбельный – это яд. В новой Фирексии, вот эсификация, просто отличный ремувал. Очень редко доходит, я его себе возьму. Черно-белые, бело-зеленые на яде очень хорошо смотрятся колоды. Так, что у нас есть? Вот это хорошая карта, очень она мне сильно нравится. Давайте я возьму ее. Некрогенное причастие, токсичность дает. И воскрешает существо, если оно погибло. Осификация – это ремувальчик. Плюс так быстрее копится сокровищница. Ох, охота сыграть хорошо, конечно. Ну, два первых бустера были прям пустые. Прямо пустые. Если сейчас придет что-нибудь хорошее бело-зеленое, то я, конечно, на зеленый переключусь. Если, допустим, черного или белого. Но у черного очень хороший ремувал. Прям отличный ремувал. И он бывает, что даже долго ходит. Так. Вот это я не знаю. Ни разу не вижу, чтобы эта фигня играла. Снимите карту. Тут добор трех карт. Да. Блин, ничего нету. Ну вот это есть. Ладно, давайте ее возьмем. Она баунсит нашу кричу в руку и тогда делает токенчик. И самой токсичность еще есть. Неплохая, кстати. Крич уже баунсит. А, вообще перманент. Может землю побаунсить. Одна не выходит. 3-4 к тому же. Для драфта это хорошо. Плохо, что долго бустера ходят. Обычно есть какой-нибудь один товарищ, который всех держит. И долго-долго-долго думает. Так, вот смотрите, тут сразу есть, во-первых, головоруб Шелдред, есть, во-вторых, жалящий хозяин Ули. Они оба очень хорошие. Прям обалденные. Я, наверное, жалящего хозяина возьму, его пик выше чуть-чуть, потому что он за третий дроп. На четвертый дроп тоже хороший, но все-таки у жалящего хозяина лучше шансы, потому что он как бы умирает и делает себе друга. То есть может разменяться с кричей, с блокером, допустим, или с атакером, и сделать себе друга, который в итоге может принести нам победу. Так. Ну, тут возьмем второй дроп, однозначно. Дуэлянтку. У нее токсичность, и во время нашего хода она еще и получает first strike. Это прям хорошо. Я бы еще взял себе землю, которая дровает. Она тоже очень нужна. Но, к сожалению, дуэлянтка перевешивает. Дуэлянка значительно перевешивает по пику. Так, о, крыса. Она за 3 маны с токсичностью. Ей больше ничего не надо. Просто за 3 маны с токсичностью. Вот 3-3-3. Прекрасный топ-дек. Очень хорошая крича. Агрессивная, большая, за 3 маны 3-3. Прям то, что надо. Крыса обалденная. Так, смотрите, какие карты. Это одна из самых сильных карт драфтовых на сегодняшний день, по моему мнению. Именно в этом формате. И она ходит открытая на 7-м пике. Вот, тоже. Ненасытная хламовушка просто обалденная. Потому что она и когда входит, пролиферейтит, и когда уходит, пролиферейтит. Так.
Тут мы возьмем вот такого, но возьмем его в сайт. Он как бы хороший, у него есть дестач, он может блокировать здоровых флайеров. Да и не только флайеров. Но пока что в сайт. Если мне будет не хватать карту, я его себе положу. Вообще, я им не очень люблю играть, потому что я люблю играть чем-нибудь полезным. Тут за 6 маны 5-5. Я еще одну такую себе в сайт положу. Костигрыза, Скиржа. Вот. Тут у нас есть реанимка. Она использует распространение. Давайте себе ее закинем. Вот земля, то, что я хотел. Я землю прямо очень сильно хотел. Потому что такие земли не решают. Но остальное в сайт, потому что нам не в цвет. Скорее всего, будет сейчас последняя карта. Да. О! О, какой бустер! Он просто великолепный. Во-первых, вот этот вот. Он просто шикарен. Во-вторых, утонуть в Ихоре. Ползучий хор. Блин, ну я утонуть в Ихоре возьму. По-любому это ремувал. Это очень хороший ремувал. Это обалденный ремувал для драфта. Я его по-любому возьму. Так, конечно, если бы я зеленый собирал, я бы сейчас просто выпрыгал от счастья. Так. Тут нам, с другой стороны, вообще ничего брать. Либо ремувальчик вот такой вот. Либо комбат-трик, но я возьму комбат-трик. В общем, тоже можно убить. О, тут у нас вот такой ремувал, во-первых, есть. Это очень качественный ремувал, ребят. Давайте его возьмем. Обожаю. Обожаю натиск клещей. Прямо даже если будет 2-3 штуки в колоде, я с удовольствием ими буду играть. Во-первых, это ремувал, во-вторых, это атакеры. То есть то, что нам нужно. Вот тоже очень сильная карта. Потому что она реанимирует в руку, у нее токсичность 2. Я обязательно себе такую возьму. И прямо все в цвет идет. Прям колода собирается сама собой. Очень хорошо. Но я бы еще от одного этого. Как где он? Хламовушка. Еще бы от одной хламовушки бы не отказался по-любому. О, тоже очень сильный пик. Что выходит двух токенов делать, сам с полетом. Тоже мне нравится. Я его тоже себе всегда беру, если есть возможность. Одну штучку. Одну-две штучки. Ну, пока неплохо, мне кажется, идет. Еще бы парочку этих крыс, либо сосальщиков. Вот было бы прямо классно. Крыс, которые за 2 маны, которые пролиферетят, когда умирают. И ремувал. Нам нужен ремувал, потому что ремувал у нас пока что очень мало. Сификация получается. Вот это вот. Так. Вот давайте возьмем. Может такого взять? Если же еще... Давайте возьмем взгляд. Пусть будет, если что, я его в сайт уберу. Ну, давайте еще такую одну возьмем. Она все-таки быстро работает. Если что, можно будет тоже в сайт убрать, ничего страшного. В принципе, одной колоде хватает на драфте. Как показывает практика. Две даже не нужны, потому что, ну, если у тебя есть аура, но нет, не на кого ее повешать, то это грустно. Нам нужны вторые дропы, причем кричевые. Сосальщик, конечно, хорошо, но еще бы не помешало что-нибудь. Или первые дропы. Тогда ремувал за 2 маны будет более чем оправданный. Нужны вторые дропы. Нужно быстро, но на второй ход надо по-любому что-то поставить. Иначе беда. Я возьму себе еще одного такого, но уже в сайдборд. Третий он не нужен. Третий он просто не нужен. Ну, тут нам уже брать нечего. Хотя у него так, полет длительность. Знаете, я, наверное, в колоду возьму. Возьму себе еще одну земельку. Хотя я люблю по одной иметь каждого цвета. В любом случае, стараюсь себе брать в цвет в сайдборд, чтобы я мог потом додумать и поварьировать. Угу. Так. Угу. Ну, во-первых, хочу ползучий хор. Очень сильно хочу. Во-вторых, мне нравится головоруб.
Сейчас я пока что возьму себе ползучий хор. Мне нужен первый дроп. Мне нужны первые дропы, чтобы можно было уже потом с помощью, допустим, где? Утонуть в хоре, уже пролиферейтить. Начинать. Я еще взял себе пикирующую дозорного под два некрогенных причастия. Я думаю, что должно сработать. О! То, что надо, то, что я хотел, это парчебрюхая крыса. Вот то, что мне надо прямо. Я их обожаю. Но ремувал нам еще все еще нужен ремувал. О, а вот ремувал, спасибо большое. Тут и крыса, и ремувал, но я возьму ремувал, ребят. Ремувал, он прям критичный. А так-то крещи не такие большие, допустим, как у зеленого цвета, да? Поэтому нам нужно чем-то защищаться. Ремувал очень нужен. Это будет четвертый ремувал. Ну, я как бы комбат-трик тоже считаю за ремувал, хотя это не точно. Это не факт, что он так будет, да? Так, еще один второй дроп. Еще один полезный четвертый дроп. И вот такая фигня. Я на вторую возьму второй дроп себе. Угу. Ну, можно еще один такой пятый дроп взять. Что-то многовато у нас пятых дропов, мне кажется. В колоде. Не сказал бы, что мне прямо что-то уже так сильно надо. Давайте возьмем землю. О! О! Это шикарная карта, потому что она тапает блокеров, тапает атакеров. Блин, вообще все делает, что нужно. Вообще отличная. Как ремувал я ее расцениваю. Чисто. В принципе, мне хватает уже первых дропов. Единственное, может быть, взять чего такого. Только потому, что он с полетом. И может наших крич качать немножко. Да? Давайте возьмем. Так, ну тут я не вижу ни одной нужной нам карты. Поэтому берем, что попало. Вот ремуальчик возьмем. Тут пофигу, что возьмем. Тут такого возьмем. Кстати, я над ним еще, может быть, подумаю. В мейн его положить. Я, честно, с ним не сталкивался, не играл, но я знаю, что он бывает полезный. Бывает полезный, бывает бесполезный. Он может и добить, и может какую-нибудь мелочь убить, ненужную. Допустим, того же клеща. Это нам не нужно. Это вообще плохая карта. Ее вообще играть не стоит ей. А, ну давайте вот эту в колоду как раз. Пусть она будет 3 затрапанных земли в колоде. Ничего страшного. Этом нету. Ну и надо что-то убрать, да, я так понимаю. Надо какую-то одну-две карты убрать. Сейчас посмотрим. Да. А, во-первых, что у нас есть? Ну, собственно, то, что я брал на то, что может быть доложим, то это не пригодилось. Тебе нужно понимать, какие карты у нас самые слабые. И что мы можем убрать. Ну, вот на самом деле, вот смотрите, в пятом дропе я не вижу слабых карт. В четвертом тоже одна карта всего лежит, причем достаточно неплохая. В третьем тоже все карты очень хорошие. Тут либо можно убрать изничтожающий взгляд, хотя его можно и без сакрифайса играть спокойно. Можно убрать пикирующего дозорного, хотя я бы этого делать, если честно, не хотел. Можем убрать одно причастие. Это не критично абсолютно. Так, тогда и дозорного можем, в принципе, убрать. Да, давайте так и сделаем. Давайте уберем одно причастие и дозорного. И попробуем, ребят. Если что, будем что-то менять по ходу. Сразу скажу, что будем играть не весь драфт Аниской игр, а уже результат я выложу в свою телегу и свой ВК. Поэтому если вы не подписаны, подписывайтесь, обязательно вступайте в мои сообщества. Погнали. Пейнтхот первым, в принципе, неплохая стартовая рука, я считаю. Тут у нас есть комбат-трики и заразный скирш, я думаю, можно поиграть. Давайте попробуем оставим. Неплохо было бы, конечно, еще и первый дроп пощупать. Ну ладно.
для зеленых. Ух, жестко, жестко. Давайте, заразный сосальщик. Сальщик. Есть страж. Что тоже немаловажно. И если сейчас будет повод, я его поставлю обязательно. Ускорение. Да. Без Б нет блоков. Вернул. Может, он масло потратил. Так. Давайте все-таки, наверное, страж. На следующий ход уже будем что-нибудь думать. Интересно. Изгнать фигню. А, атака на один. Как будто сразу два хита сняли. Вот правда. Потому что у него, по-моему, сейчас 10 же надо ему 10 раз проатаковать. Грубо говоря. Какая-то фигня. 4-3. Ладно. Ладно. Ну, давайте, наверное, ее убьем. Я так думаю. Давайте, во-первых, все в атаку. Да? Станет блок, не станет? Что так убьем? Честно. Что она делает? Когда атакует? Ага. Ну, давайте. Такая. Дуэлянтка. Конец хода. Сейчас мы его убьем по-любому. Потому что мы уже накопили 3 жетона яда. Мы можем помазание негдугом играть в любую кричу. Правильно? Эрга хороший выбор. И бывает даже очень успешные эрги. Да? Давайте. Ой. Помазанным недугом. Изгоним. Нафиг. Сейчас бы измерку подробить было бы неплохо. Если честно. Хочу изгнать. До свидания. Оба-на, какой здоровый. Ой, действительно, ой. Реально, ой. Так. Атака. Атака, атака. Стал блок. Плюс 2, плюс 2. First strike. Подрываем карту. Шикарно. И жалящий хозяин улья. Ходи. Так. Что-то здоровое, ладно. Без проблем. Крыса у нас, да, нарисовалась? Ну, давайте, во-первых, атака. Сюда одним сходим. Давайте. Пастырь базилики. И ход. Мы просто себе армию выстраиваем. Понимаете сейчас, да? А, ну, наверное, он хочет убить нашу 1-4, но без проблем. Не критично. А что он там делает? А, возьмите карты. Да, без бы. Братан. Без бы. Да, встал 3-2. Положу 2 жетона масла какого-то зачем-то. А, видимо, чтобы дать ему плюс 1, плюс 1. 5-6, окей. Че, атака? Атака, пошел в атаку. Да, без проблем. А у него всего один блокер остается. Ну, видимо, умрут оба, да? Видимо, умрут оба. Так. Ну, я не против даже, наверное. Или я против? Нет блоков. Этот в руку. Один блокер. Да? Да. Так. Далее. Атака. 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 4 атакующих. Один станет, под одного станет блок. Возможно, скорее всего, под клеща, я так думаю. Но 3 мы ему пронесем, у него будет 2 всего лишь. Да? У него 2 останется яда ему нанести. У нас еще 12 хитов, это достаточно много. Давайте такой. И таким мы вернем себе кричу в руку. Ходи.
У нас будет блокер в руки. А это, уберем блокера из руки. О, это он. Три хита погиб. Ладно. А там могу с каким-то до трех, да? Бомба. Ну и все. ГГ. Собственно. Собственно, ГГ. Да. Спасибо большое за игру. Чем мне нравится черно-белый именно собирать на драфте, это опциональностью. Очень много крич, которые много чего делают, вообще карт для этой колоды, и они действительно опциональные. Забрать приз. Следующее. Ну вы, друзья, не забывайте заходить в мою телегу, ссылочки, как всегда, в описании, а также вы можете поддержать канал донатом. Ссылки тоже есть в описании, это помогает мне в развитии, в мотивации, и я буду очень-очень признателен. Там есть два способа, все они хорошие и удобные. А первый ход у нас, давайте оставим, чтобы нет. Ну, как бы вот то, что нам после второго худропа нечего делать, это уже, ну, у нас есть добор сейчас. Если мы сейчас начнем колбасить оппонента, это будет уже хорошо. Так, это милящая фигня, да, по-моему, да. Ну, отлично. Далее. Атака. Есть жетон яда. Ходим. Хорошо, что нам пришел третий дроп. Это прям отлично. Вообще обалденно. Бело-зеленое. Да. А бело-синее. Конечно. Пас. Мой ход. Так, давайте равнина, давайте жалящий хозяин улья, нет атак, ходи, нет атак, ходи, пусть нам один жетон яда внесет, ничего страшного, еще не думаю, что у нас бело-синий этот, ну смотря, конечно, от сборки, а, тут даже трехцветный, терзатель, кошмар какой-то, и еще такая, ужас, блин. Давайте станем блок. Пофигу. Мы-то свой получили, да? Да. Давайте. Пусть будет дуэлянтка. Тоже. Давайте далее. Давайте атака. Давайте, наверное, убьем. Пожертвуя существо или артефакт. Пожертвовали существо. А, нет. Сюда. Пожертвовали существо. Оно как бы нам вернулось, да? И не страшно. И убили то, на что он может понацеплять вот эту вот все фигни. Самое главное. А, тут уже, да, тут уже интересно. Ну ладно. Давайте. Так. Атакует. Далее. Ну, атака, наверное. Ого, у нас еще First Strike, да? Будет. Это хорошо. О, и земелечка пришла. Бам! И равнинка, и планер. И ходи. Вообще планер надо убрать. Нафига мне планер? Надо планер убрать из кого-то. Типа помилься. Ладно. Помилился типа. Далее. Атака сразу ему 4, а 3. 3 жетона яда, что в принципе достаточно. Может еще помилиться? Давай еще помилюсь. А, типа блокер, это блокер. Он ничего не делает, он просто умирает в ихоре. И убили. Даже не дождавшись пятой маны, кстати. Потому что на пятый ход там вообще уже бы начала твориться веселуха. С пятой маны, точнее. Не на пятый ход, с пятой маны. Окей. Две победы у нас уже есть. Вообще простые. Я даже, по-моему, ни одной рары так не сдрафтил, да? А, крысу, извиняюсь, крысу, да. Такая рара, про которую и не помнишь-то особо. Давайте next. Следующая катка. Следующая каточка. Ну, 4 катки сыграем. Результаты уже полного драфта я выложу у себя в
телеге и в ВК. ВК, если не забуду, в телеге по-любому. Потому что там у меня прямо вот... Я сейчас хочу ее очень развивать, потому что телега это очень интересно. Это классно. И в телеге нет больших, я не нашел больших каналов по ММТГ. Поэтому я и хочу ее развить, собственно. Погнали. Снова вот хороший стартовый рука, но пятую ману, интересно, доживем мы до нее, не доживем. Давайте сначала поставим вот такого. Потому что я все-таки хочу, чтобы смерть крысы, она принесла свои плоды. Вот. Скажем так. Давайте страж сразу заберем. Тут ерунду. Атака на 2. Положили жетон яда. Плюс не минус 1, да пожалуйста. Вообще, как-то вот не пугает. Вот такой, давайте тапочек. Давайте атака. 3 жетона яда, это сможет тапать за одну ману. Это уже большие плюсы. Плюс 2, плюс 0. Ладно. И чё? И чё, типа? Типа... Ладно, типа атака. Типа вот так и вот так. И те умирают. Сюда встал. Вон. Распространение. Подтвердить. Давайте такая. Бам! Видите, как быстро, да, мы работаем? Сколько у нас уже всего на столе? Ну, нет блоков. Атака. Всеми. Кроме тапка. И вот этой вот. Далее. Что-то как-то это сильно просто и неинтересно. Распространение. Да, хороший, братан. И как-то так это было грустно очень. Прям грустно. Ну окей, давайте следующую. Еще одну сыграем, да? Чтобы видео не затягивать. Забрать приз. Что-то бустер выиграли. Давайте сейчас быстренько вскрою бустер. Прямо интересно. О, Кемба. Ладно. Следующее. Игра. Угу. Ну, погнали. Ой! Нет земель. Нормально. Все четко. Так. Тоже как бы не супер шибко. Эти пастыри, что ли. Блин. Пастырь уберем. Не сказал бы, что прямо супер гуд. Ну, попробуем. Будет медленная катка. Медленная и грустная. Че? Подождите, я должен почитать, что это. Выходит на поле битвы с 3 жетонами масла. Удалите жетон масла. Дайте фишку. Это 4 маны. Ох. Ладно. Ну, че, кстати, мне неплохо. Че бы нет. Чего бы, собственно, и нет. Главное, чтобы мне сейчас не пришлось утонуть в хоре впустую сыграть. Отлично, не придется. Это шикарно. Далее. Атака на 2. Этого я как бы пока не боюсь, поэтому я его не воспринимаю. Давайте жалящий хозяин улья.
Так. Что-то он хочет явно. А, убить. Ну ладно, убил. Ну ладно. Блин, братан, утонуть в хоре сыграю, правда, иди в атаку. Не поверил. Утонуть в хоре. Подтвердить. И давайте поставим тапка. И давайте атака. Конечно. Сейчас он может начинать уже делать токенов, да? Это неплохо. А нет, он скажет 4-3, короче. Хорошо. Затапаем. Хозяйнули в атаку. А нет, хода. Пас. Да. Чует мое сердце, что из-за медленности мы можем сейчас просто-напросто слить. Как, это не было сильно медленно, но все равно, что-то мне не хватает. Прямо... Ох ты ж, ежик! Вот чем мне не хватает. Вот чем мне не хватает. Жесть. Жесть, жесть, да. Согласен, жестко. Мой ход. Угу, натиск. Угу, ну, давайте далее. Нет, а так. Конец хода. Нам что-то сейчас делать прям. Прям срочно. Да. Я уже понял. Что-то жесткий. Угу, пас. Все это мы принимаем на грудь. Блин. В хитах. Еще и такой вот. Ну давайте, натиск. Давайте такой. А толку от него? Никакого. Ладно, тут я сдамся. Сдамся. Тут я сдамся. Я сдамся. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну окей. Друзья, вот такой вот драфт. Как доиграю, выложу обязательно. А куда я сказал? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был Дима МТГ Сибирь. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.